Ем, как правило, около часа. Это уже перебор. Света, добавь немножечко. Интересно, что я обедаю. Завтрак я вам показал. Теперь я вам покажу свой обед. Смотрите, это борщ. В него я добавляю проросшую пшеницу. Видите, сколько я пшеницы сразу прорастил? Я беру горсточку пшеницы, помещаю сюда. Далее борщ я буду есть с лучком. Хлеб хоть и есть, но я его ем очень редко. И на второе с подливочкой гречневую кашу. На седьмом десятке пищеварение еще более ослабело. И количество принимаемой пищи, вообще-то я вот чувствую по себе, должно существенно сокращаться. Я лично переедаю. Вот у меня завтрак был, вы видели завтрак, это каша была. Сегодня у меня это был творог, я съел. И в обед я съел, вы видели, борщ с проросшей пшеницей. Далее у меня была гречневая каша. И этого оказалось много. Вот сейчас уже у нас 19:20, а я съел в час это все. И я чувствую, только желудок освободился. То есть пищеварение желудка ушло туда, в кишечник и дальше. Лично я уже понимаю, но еще очень трудно, понимая, перестроиться, дисциплинировать себя. А именно... съесть либо один борщик вот так вот с проросшей пшеницей, это будет ваш обед, и этого вот именно на седьмом десятке вот так вот хватит, чтобы вечерком у вас что-то захотелось там скушать, вы немножечко скушаете. Либо съесть кашу, прекрасно, этого достаточно, должна быть легкость в организме, в желудке.